С багажника Лата забери. Я что-то у меня с бошкой. Всем здоровья. И это... Друзья мои, ну сегодня 20 июня, июля. Сегодня у моей супруги день рождения. По ее просьбе, говорит, ну у нас как же она говорит, ничего не хотим, хотим на свой день рождения отдохнуть. Вот решил никого не пригласить. В общем, ну вот как в анекдоте, да, говорит, я же знаю свою кровь, говорит. Да, мы знаем, это Олег Борисенко. Ханты знает, когда появляется. Из моих друзей, из Ханты-Мансийска. Вот он жене, значит, книгу свою подарил, тоже вот. Рекомендую читать, хотя я еще не читал, такая там вот с надписью, человек пишет. И он, этого человека, который все время привез вот этого... сибирского, сам, да, сам вот застрелил на голубятню. Да, покоя не дают, да, меня. У меня там есть это, кого я... А давай сейчас посмотрим, мои голуби обращают внимание на меня. Не заходи, знаю, голуби. Да ну, они сейчас там... Не бойся. Так, да. Вот зайди, просто посмотрим, как они будут среагировать на нее. Я не знаю, они к ним вообще никак не относятся. Ну что-то это, да, немножко есть они. Ну все равно, они от тетера не боятся. Глаза нигде я не нашел, глаза. Раньше в интернете глаза выходили. Да, друзья мои, ну у нас, видите, Саш, ты сын, наверное, Олега, да? Зять. А, блин, тут еще звонит мне. Так, сейчас на паузу поставлю. Так, друзья мои, ну у меня уже помощник есть, есть кому гонять. Да, вот так. Буду вот как в этом Нашу ролике. Нашу голову привязал катать. На удочку. Все, и пошел гонять. Только если голуби будет внимание обращать. Да, вот Саш тоже зять. Вот он в прошлом году должен был ко мне подъехать. За кошечкой, да? Да, за кошечкой. Кошка уже бабушкой стала. Думал я весь день, блин, тут уже горит. В общем, да, он весь день... Это, думал, я весь день в интернете сижу. Хотел через Одноклассники, но в этом году поумнее. Да что ж такое. В общем, поумнее. Сейчас я... Наверное, кто-то глазит. Это вот Олегу говорю, наверное, кто-то глазит на шашлыки. Костер горит и не тухнет. Вот как Вове из Германии приехал, яйца забрал, отвез. Блин, надо же, все 4 яйца пропали, свежие яйца. В общем, да, ну в этом году как бы получилось. У нас судьба, в общем... встретиться с Олегом. Да. Поехал вот, специально. Да. Поглядеть. Человек сдалека. В общем, ну, мы как бы погуляем. Ну, будет время, этих курочек еще покажем. Так. Сами точно посмотрим. А хотя давай дернем. Сейчас сколько? Сколько? Вон. 30-32. Сейчас стени. Ну, пойдем. Если наверху нету. Да, эти. Как она все быстро, да? Да. Надо вот такой же вам сделать. А, ну да. Легко и удобно. Ничего, меня... пока на паузу поставим, потом продолжим. А где они? А, вот они. Сыпочки. Ну это молодняк, по-моему, весь. Вот этот белоклювый, красивый пищалка. Так, друзья мои. Ну уже. С Олегом решили на голубей посмотреть. Да. Сейчас говорит, что-то говорит это там задегорились. Я говорю, да то рукой размахнул, поэтому голуби скользнули. Да, но я, как там Фрунзик у нас говорил, я, говорит, один умный вещь скажу, вы только не обижайтесь. Вот самый хороший мужской праздник, друзья мои, это 8 марта. Вот многие не могут понять, но вот именно 8 марта мужики гуляют вовсю. Вот подарил он подарок, да, там это, супруги, матери. Стол накрыли, он же сам гуляет, так она или нет. Потом еще называют это женский бред, да, международный день. Женщина, не верьте, все это блеф. Мужики это специально придумали для того, чтобы гулять. Да то же самое здесь, да, день рождения у супруги, гуляем мы. Ну это, конечно, шутка, это как бы часть моего характера, с юмором как бы в порядке. Ну, в общем, а, кстати, Олег, он держит николаевские голуби. Он даже буйных голубей не держит. Да. Потому что сейчас ему начнут это, да, как там у тебя гагиковские голуби летают. Не летают у него гагиковские голуби, потому что он держит николаевские. Я не за голубями приехал. Я на это, я по мясу. Вот это, кумарю. Кумарю по мясу. То есть, да, ну что... Он не пьет, за него отдувается зять.
Да. Хорошо. Мне за рулем ехать далеко, до Пятигорска. Мы там сейчас. Сань, ну ты моложе, наверное, наливай что-нибудь. Я вот. Мы сейчас выпьем за всех правильных голубятников. И за неправильных, чтобы они брали пример с правильных голубятников. Потому что нельзя так дальше. В общем, надо в конце концов, водичкой разбавлю. За нас, за голубятника, да вообще за нас, за людей. Да. Какая разница, голубятник, коров держит, пастуха, все же мы люди, все мы ходим под одним Богом. За нас. О, какая вкусная. Ильдар пробовал такой, говорит. Да и другие друзья тоже. Необычная. Ой, бомба, говорит. Это мой коньяк, это я делаю. Заводской не признаемся. Сейчас буду сыпать тогда. Ты пока резких движений не делай, потому что они копчиков не боятся. Но от людей они боятся. Да как эти. Как-то лежал в больнице. Ночью бабка умерла. Вынесли эту бабушку в коридор. Вот эта катафалка. Ну вот эта коляска. Молодые девчата, как увидят, как орут, там, а Сашка там был, слушай. Девочки говорят, ну что ж, говорит, от мертвых бояться, говорит, бояться надо от живых, говорит, от мертвых бояться не надо. Теперь, что им бояться от мертвого копчика, да, там им, ну, этот, да, дорогие мои, ну, супруга у меня не любит сниматься в этом ролике, сейчас на паузу пока поставим. Так, друзья мои, ну, она не любит сниматься, но мы сейчас выпьем за ее здоровье, что всегда мы. Ну, я, по крайней мере, уже 30 лет совместно в жизни. С днем рождения. Да, да, с днем рождения. На день рождения. Вот, вот. Оттуда показывай. Мясо покажи. Хочу показывать, есть все равно тоже кто-нибудь, как и я, побойные птицы, не кумарят. Так что, да, заезжайте. Да, хоть мясо попробуем. Я не еще... Витя хочу в Гетау заехать. Да, сейчас еще... как там? Ленинградскую станицу хочу попасть. Да, вот там да. Николаевский. Да, так что мясо приготовь вместе с Николаевским. А я уже объехал Курганскую область, Сергея Коренного, Данилку проведовал там туда-сюда. Вот сейчас от Гагику заехали, потом поедем дальше по голубятнику. Ну, видите, что надо делать. А, человек... Как там, говорит, Фрунзе, как, я говорит, на культурные мероприятия приглашают. Я не голубятник, я путешественник. На культурные, говорит, если скажет, говорит, можно вашей дочери, говорит, на культурные мероприятия приглашать? Скажу, конечно, дорогой, можно. Так что, друзья мои, общайтесь. Ну, мы сейчас кофе допьем, потом чуть-чуть еще попробуем курочек этих поднимать, наверное. Вот нажал, квадратик пошел, запись пошла. Да, даже в такую жару вот сидим мы потные, вот, сидим под навесом, солнца нету, да, ну жарко, мокрые. Сейчас если нашим чуть-чуть бегать, естественно, язык до пола повесит у нас. Вот я ему говорю, да, то же самое. Я же хитрый, молча-молча птица полетала, 32 градуса жары, смотрю, ни одна с открытым клювом не сидела, то есть она чувствуется, что спортсмены. Вот. Поэтому это все благодаря правильному содержанию. Вот сейчас вот сидим с Олегом, разговариваем. Я говорю, 5 числа Вова, 30 числа Вова с Германии был у меня, забрал этих яйца. 5 числа голубка снесла. Ну вот реально, вот на его лицо покажи, вот скажи. Вот, реально, это какое здоровье надо. Здоровье хорошее надо еще. Сколько через лет 5 дней опять снеси. Сколько лет ты уже голубей держишь? Мало. Мало. Ну это совсем младенец. Так, черные волосы, темные, да? То есть, ну как бы это не молодые. Да, это не молодежь разговаривает. Вот, и вот тоже вот скромность, да, человек, видите, в какого возраста. Я говорю, сколько лет держишь? Он говорит, мало. А другой какой-то сопляк, да ты знаешь, сколько я этих голубей держу. Хотя мы, когда мы голубей держали, он, наверное, в мыслях у своего отца даже не был. И у матери, понимаешь? Не то, что там стоя под стол бегал. Да ты знаешь, каких мы держим. Да вот этот есть, Чучмекистанец. Да, у меня дед в Мелитополе жил, до войны голубей держал.
А потом бабка написала ему на войну-то, что немцы пришли, всех голубей утопили. Да. Он ехал, он на бензовозке на войне был, ну, на аэродроме. Назад, когда эшелоном шел, поехал, у немцев какого-то отобрал николаевские голуби. У нас даже справка была, что сержант Борисенко везет назад голубей, короче, депортированных во время войны. Справка желтая была. 5-я воздушная а армия. А тут, понимаешь, вот появляется вот черти какой-то, да, там вот один вот этот наивный вот чуковский, да, казахский парнишка есть там, ну реально балбес. Вот этого там мышка. Он говорит, когда мы, говорит, голубей держали, мы, про мне, когда мы, говорит, хороших, он еще не знал, что такое голубь. Вот. Ну что, будем поднимать? Да. Пленка, вот, реально, вот когда я голубей держал, он мыслях не знаю, может, отец у него. В мыслях у деда был. А, вон старый. Пыхтит. Куда мне встать-то? Заходи, Олег, заходи. А, пойдем. Ты будешь сегодня нашими. Кинорежиссер. Вот смотри. Тинцы. Вот папа. Вот мама на яйцах сидит. Вот тинцы. Птенец упал. В любую пару покажу. Птенец. Это не просто там у одного, у любого. Птенец есть. Это в советское время такое было, в старое доброе время, только честно скажу. Такого не было никогда. Понимаете, друзья мои, ну не выпендриваюсь я, вот реально. Вот реально вот это результат. Ну это просто надо быть, не знаю, полоумным, чтобы не воспользоваться. И при том он мне привез, это, скажи... Ой, лактозу. Лактозу, он говорит, мне пальцы, я говорю, Олег, мне это не надо. Да это, говорит, не лекарство. Это, говорит, молочный сахар. Да, в общем, я говорю, это пойдет натурально. Вот от рыцаря тоже. Вон яйца я подложил туда, вот опять яйца. Тоже несколько дней прошло. То есть постоянно яйца птицы. Вот вчера 10 штук забрали в это, да, Дагестан. Вот на днях еще 15 отвезу в этот, в Сочи отвезу там. Сейчас посмотрим. 25 вроде меньше стало. Да, сейчас посчитаем. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18. Вот они, двое, 20. 20 штук опять, 25 отдал и 20 опять вот выскакивает. Да, иди сюда. То есть все вот это результаты реальные, это не просто там басни, вот это, то. Вот такое. Давайте, как говорится, полностью это, чтобы не болел. Это вот тот листок, на котором мастер плакал. Смотри своими руками. А, знаешь, как больше и больше, да? Белоклювый, смотри какой. Ну, видел же, когда через горло вытешили вот это. Теперь клюв открой, посмотри, в каком состоянии. Голова как там, у него что-то осталось? Нормально. Пусть нас и ветеринара научится. Ага. Он чистенький. Опа! Он уже шустрый. На днях посмотрели ролики в Баку, когда Герман поехал туда, и вот, друзья мои, ну я не комментировал эти ролики, ну это вообще катастрофа, когда голубей высыпают как мешок картошки, как мешок лука, арбузы, капусты, хрен поймешь что. И вот этот стоит, эти 8-10 часов летает, это бакинская суперптица. Но это картошка, это морковка, это не живое. Понимаете, это вот пищалка с гнезда, человек в руках, и то не может удержать. Блин, как можно его высыпать на улицу? Это пищалка, ну видишь. И он стоит на месте, и этот же баран говорит, вот это чудо-птица.
другой же баран будет это покупать и рассказывать вот это. Ну, да, там. То есть не хотел комментировать, но настроение хорошее. Да, ну вот так можно его вот это. Желтый это йод. Зеленый это зеленка. Красный это фукарцин. Синий это зеленка с фукарцином мешаешь, получается синий цвет. Ну, мне в моих роликах есть. Потом кисточки берешь, у меня вот такие дощечки. Сейчас я как раз получится это есть, покажу. Вот такая фанеру. Вот так. Допустим. Берешь, вот, открыл, ну, чтобы не пачкалось, да, вот поставил, да. Блин, да что ж так, ну, картошка, бакинская, наверное, да, вот поставил, и кисточки прошел, ну, после этого, ну, посмотри, села сколько в руках. Да, вот ты, толкой ты. Видите, как форель, да. Как его можно, блин, на улицу поставить, на землю выкинуть, и чтобы она стояла. Поэтому объясните, вчера из друзей Степа тоже возмущался, как это там, говорят, это. Я говорю, да не обращайте, дорогие мои, на это так. Помните, кого ты поднимешь? Давай поднимем. Да. А то уснут за это. Посмотри. О. Сейчас я отойду тогда. Погоняй. Вот она пошли. Олег, главное отойти, они так. Они меня боятся. Копчиков не боятся, а так. Да. Я ж чужой. Я ж-то парень чужой. Поехал. Они шугаются. Вот она. Пока. Гагик выгоняет, я вот 32 градуса сегодня у них. Сейчас мы армянских голубей посмотрим. Ну, первая партия летала, как я приехал, они сели, я специально посмотрел. Клювы не открыты. Значит, тренированные. Сейчас мы еще раз посмотрим. Они вон сами вышли, поднялись какие. Какие поднялись, какие. Давай орла закинем туда. Они мигом вылетят. На Хавазе он сидит. Это у нас это Киргизия, в Казахстане жил. Крестовина называется Хаваза. На днях вот этого... Алекс, смотри. По привычке называется. А? Опа, на. Это результаты копчика. Но почему результаты копчика? Это как бы взрослый голубь. А? Она блинкит. Плохо ей махает. Понимаешь? А не, снимать-то здесь я в тени, а так солнце будет мешать. Ой! Вошли, не видно. Слепые. Пошли это с лапками. А, вот они. Удочки. Вот они все. Должны попасть в кинокамеру. О! А? Пошла. Под камеру потяни, чтобы видно было. А я не умею. Сейчас я тебе вот это, на, Саша, подтягиваю ее, только не тряси. Прям максимально тяни, чтобы видно было. Это, да. Она прям до самой точки снимает. Надо мне здесь потушить. Вот она, поплазит. А то я твои смотрю ролики, смотрю ролики. А я теперь вот так. Воочию посмотреть. Один, лучше один раз живую. Я всегда говорю, голубей надо своими глазами посмотреть. Да.
все вот это ерунда. Куда они ходят? Пощупать их. Красавчики. Вот он красивый. О, вот это у него есть красавчик. А? Хоть скажешь, красавчика в руках держал. Давай. Сейчас вот чё за него можешь обратить внимание, моментально погрузится. Без разницы какая. Погрузится, что, как. Вот можешь на него пошел, обращать пошел, внимание. Вот он очень быстро погрузится. Да и из этих сейчас тоже. Видно? Да, все видно. Хорошо ходят. Сейчас рептилия прилетит. Не прилетит. Нет? Сколько ты говорил? 32, да, видно рептилии его. А нет, это что-то он камеру одолел. Нет, это сейчас. Да, не, вот они. Вот они, вот они, вот они. Ну, сейчас посмотрим, рептилия будет или нет. Ганельджан, это вот этот пищалка сел сюда, красивый, это вот на земле. Вот, вот эти пошли вот, 6 штук, ушли вот вон туда, да? Ну, и он и там уходит, вон он красавчик, ну, пошел, белокрылый, вот, видишь. Они сейчас рассыпают сегодня. Ой-ой-ой. Да, пошла. Так, там 2, 4, 6, да, и двое с этими пошли. А сегодня еще ветерочек пошел. Так вон они пошли. 3, 6, 7. Максимально мы тянем, я всегда люблю вот не вот так показывать голубей, но не люблю я так, это, вот так. Они еще выше и выше уходят. Повыше. Ну, они сейчас попрут. Вот они пошли. Ну, вот как бы вот так, пока поставим на паузу, может Яшка в гости придет. А куда он денется, сколько времени? Он не придет. Сейчас, нет. Вот зимой он будет. Будет тут, как тут, каждую секунду. А сейчас не будет, сейчас ласточки, стрижи. Хотя в небе, вот обрати внимание, нету ни стрижей, ни ласточек. Да, да, да. Вообще ничего нету. Значит, то есть вот, вот такую погоду, такую погоду птица не должна летать. Потому что кроме голубей, есть еще и в небе другая птица. Скворцы, ласточки. Вот кого-нибудь кроме голубей сейчас в небе видишь, сколько, честно скажу. Нету? Нет. Жара просто. Жара, да, все, нет. Птица пассивная. И голуби понимаем. Должны быть пассивные. И вот вы, вон, толпой там, перес... ходят, те свои толпы, да. И вот весь этот бред, что у нас там 10 часов летает, 20 летает. Боже, да все это будет. Вы... Вот это бьет, тот, да. Этот рыцарь. А-а-а. Это очень знаменитый, да, голубь. Он один остался. Да, да, да. Это знаменитый голубь. Он еще и вертится, вижу. Он еще пошли, пошел. Там сейчас еще красавчик, вот, а этот красавчик, вот этот, а, который... А, вот он, вот, я его вижу, вот он, пошел, вот пошел. Ага. Да, вот этот тот, что вот сейчас выпустил, группа. Ну, если эти сейчас быстро не покрылись точку, не знаю, что будет. Ой. О, шея затекла. Да, да ладно, что там, 5 минут. Да, я помню, пацаненкам, чтобы шея не болела, корыто воды наливали. Да. Сидим, нарды играем. Это с Николаевской птицы, с этой птицы не подходит. Николаевская, смотри. Она бескружная, на месте стоит. Ну, чтобы этот... голова не это, да, тазик воды нальешь и смотришь. Так. Ладно, на паузу поставим. Как в телевизоре все видят. Будет что интересно, затекла. Покажем. Сколько раз за весь лёд может бить этот голубь или голубь? Вот. И вертоплёт, сейчас вертолёта заманим, короче, с очком поймаем, да, на алюминий сдадим. Летит где-то. Вот. Вот это яичко идёт.
Да, друзья мои, сейчас еще отдали. Ой. Да. Ну вот, Олег, вот скажи, для хорошего голубятника имеет значение погода? Душу отвез, да, все нормально. Ну, честно сказать, имеет значение погода? Ну пусть он там не 10 часов летит, ну пусть час летит. Можно пусть 5 минут летит, ну пусть он летит, понимаете, друзья мои? Ну, если есть что показывать. Поэтому берите старших пример, дружите. Да, дружите, так. Уважайте друг друга, не хамите друг друга. Чаще общайтесь. Чаще общайтесь, да. И ну что, Сань, нальешь или я сам должен наливать? Давайте. Я ж вроде сказал, не стесняться. Все, по, на Пасашок тогда, погнали, да, мы, да, на Пятигорск. Да, именно в Пятигорск надо ехать. Мы и так от Хатынбатиевка уже 300, да. 3000. И вот сегодня, кстати, Андрей тоже из Саратова позвонил. Помнишь, с Хасана приехали ко мне? Хасан на гитаре, чеченец, хорошо, прямо от души пел. Он тоже Джорджи же Николаевскую птицу. Тоже человек, вот увидел, брат, хочу с тобой общаться, говорит. Приезжай ко мне в гости. Я говорю, не, давай лучше ты ко мне. Приехали ко мне. Вот он уже второй год, говорит, ну то ты когда приедешь? Я говорю, брат, ну не обессудь, пока не получается. Так что я хочу выпить, да, за дружбу, дорогие мои. Давайте. Хорош собачиться. Делом займитесь, просто реально делом займитесь, потому что в каком состоянии эта птица находится. У меня в хорошем состоянии, у людей это задница, дальше уже некуда. Я говорю, вот я как посмотрел вот этот ролик бакинских голубей, бакинский рынок, честно, плакать хотелось, понимаешь? Я бывает. Ну я нельзя вам... из голубей делать картошку или арбузы, дорогие. В Омске мои, тоже, вот голуби, я смотрел, но... Они должны летать и радовать. На капоте это... сидят тоже, вот, продают в Омске, был на ярмарке. Они у них на капоте сидят в коробке, коробка открыта. Ну как ну вот я сейчас пешалку с гнезда тебе отдал, ты мог его в руках удержать. Я говорю, покажу, ты на, он на связках, что ли? Нет, говорю. Это 10-часовой голубь, как ты просто в нем не понимаешь. Так что вот такие дела. Ну пойдем до машины. Да, друзья мои, Олег впервые в моем доме. Впервые. Вот не думайте, что он мой там двоюродный брат или это. Да, как у меня было в суде, когда прокурор говорит, все 13 свидетелей по обвинению оказались родственниками Акопяна. Я говорю, слушайте, ну вы хоть одного армянской фамилии покажите среди этих по обвинению свидетелей. В общем, то же самое. Он не мой родственник, но мы друзья. И надо из этого делать привет. Ну, всем привет. Всем пока. Только коньяка не попробовал за рулем. Ну, кто виноват? На обратном пути. Нехрен ездит. Вон, зять у тебя шустрый. Зять шустрый. Воспользовался папиной добротой. Да, ну эти пусть летают и радуют нас. Он летает, еще пока мы шурлыки не едим. Да, ну все, удачи всем. А вон, да, вот, как говорят, красивые. Да, хвост а покажи, какой бомбовый. Не по-николаевски. Да, вот, бомбовый, да, хвост, видите, нарисованный, дорогие мои. Ну, хвост это хвост, понимаете? Ну, хорошо, что она красивая. Понимаете, это шахматный хвост, видите? Да, лимончик. Вот он. Лимончик, да? Да, это лимончик. Лимончик. Вот так. Сейчас еще насрет. Ну, да, специальный, да, его, да, это? Да. Да? Лимончик? Нормально. Это от старого чиля. Вон, даже Сашка поддерживает. Да. Может, понравится. Да. Вот так надо тренировать их. Вот так. Чтобы они начали. Видите? И какая разница, она маленькая или не маленькая.